Хочу показать, как правильно солить волнушки. Без варки. Процесс занимает 3 дня. Да, отмачиваем сначала в воде. Я уже сделал раствор. 10 грамм соли и 2 грамма лимонной кислоты. Перемешал заранее приготовленную воду. Мне здесь в ведре. И буду мыть волнушки. Волнушки не обязательно помыть. Я буду под струей холодной воды. Все вот всякий мусор, червячков оттуда буду удалять. И потихонечку вкладывать в ведро. Каждые 6 часов, в течение 2 суток, менять воду. Если получится, конечно. Получится, скорее всего, часов через 8. Ну, такой способ. Грибы получаются очень вкусные. И главное, что они без варки. Не теряют свой аромат, свои витамины. Вот, пока я выключаюсь. Часов через 6, когда я залью воду, я покажу, что произошло. Получилось ведро грибов. Надо его поставить под легкий гнет. Гнет на 6 часов. Вот. Как примерно сделал я. И легкий гнет. Вот у меня консервные банки. Для того, чтобы все грибы находились под водой. Сейчас они стоятся. Через 6 часов я их солью. И долью опять новой воды. Солью, если кстати. Прошло 6 часов. Сейчас буду снимать гнет. Еще забыл сказать, что гнет должен быть лежать так, чтобы и прижимал, чтобы все грибы были в воде, и чтобы воздух проникал туда. Так вот. Сейчас воду солью. Она как-то пожелтела, эта вода. Налью новую. Я уже приготовил. Солью, лимонной кислотой. Лимонная кислота закончилась. Завтра пойти в магазин надо будет. Ну, уже через 6 часов не получится. Через 8. Буду спать. Солью и спать. Воду слил. Пока воду сливал, наслаждался грибным, ярким таким грибным ароматом. Вообще, так. Непередаваемо. Так вкусно пахнет. Вот, сейчас залью воду. Все, готово. Даже воды немножко осталось. Прошло 3 дня. Это тоже новая партия. Точнее, 2 дня прошло. Вот, на третий день. Вымоченные волнушки я сейчас буду мыть их и складывать обратно в ведро. Дело в том, что я их попробовал, они чуть-чуть немножко бы закисли. Потому что я вчера их передержал, воду не менял. Так получилось. Вот, поэтому они немножко подзакисли. Но я промыл их водой, попробовал на вкус, они на вкус как грибы. И горечь прошла, если пробовать эти же грибы до... Замачивание в воде. То волнушки имеют такой горьковатый вкус. После этого, после того, как они отлежали, не вкус грибов. Горечь прошла. Так, что мы имеем? Волнушки, специи, смородиновый лист, лист хрена и зонтики. Укропа. Так, у меня таких 4 штуки. И соль. 120 грамм соли. Эту соль я посыплю на дно ведра. Ведро я тоже помыл. Как его сказать? Посушил. Вытер. Вот. Равномерно распределю. По дну. Так, сейчас я на штатив поставлю. Это у меня в кастрюле. Вот в это вымачиваются огурцы. Я буду их малосолить. Так. Ну что, приступим. Тут я уже в ведре с огромным слоем. И теперь буду каждый... Так, интересно, видно? Ага. Каждый гриб обмывать. Вот так вот мыть, потому что... А может это от лимонной кислоты? Так, ну, чтобы смыть всю соль, лимонную кислоту. И складывать в ведро. Вверху шляпку. Внизу шляпку. И так вот. Ну, где-то каждый слой. Сантиметра 3 надо. Не больше сантиметров 3, чтобы не были. Потом опять буду солить, ну и так далее. Первый слой выложил. Опять 20 грамм соли.
Толщина грибов не должна превышать 3 сантиметра. Нет. Так, теперь сюда положим ножку чеснока в середину. Именно в середину и душистого перца. Так, он мне еще не открыт даже, надо же. Тоже пару перчинок, больше не надо. И то не каждый слой, потому что будет отбивать вкус грибов. Внизу я положу так, две. И чуть-чуть лаврушки. Лаврушку я буду класть один раз, только сюда насыплю. Пару листиков положу, потому что чтобы аромат был, но не перебивал запах грибов. Что мы еще имеем? Хрена листик. Я помою. Хрен тоже много не надо. Так, я его неаккуратно рву. Так вот. Весь смородина у меня здесь есть. Тоже не больше 5. Разбросаем его по грибам. Так, и зонтик петрушки у этого укропа. Все. Зонтик. Много не надо. Пожалуйста. Так, немножко еще посолим. Дальше соли можно уже на глаз делать. Солить на глаз. Так как соли хватит. Все, теперь следующий. Опять следующий слой грибов и так далее. Покажу, что в конце. Так, что мы имеем в сухом остатке, как говорится. Все, грибы я все уложил. Посолил уже в конце. Укроп. Немножко подвяли листья смородины, но это не беда. И кусок хрена. На листья хрена положил. Все, сейчас я поставлю под гнет. И уберу. Так, через 2-3 дня они осядут. Я как раз буду дополнять. О, вон те грибы. Сюда вот тоже буду докладывать. В идеале хочу, чтобы у меня получилось хотя бы пол ведра. Потому что они оседают. На самом деле их много. Вот здесь у меня, в этом ведре, это было где-то литров 12 грибов. Ну, 12-литровое ведро. Оно было полно. Наполненными этими волнушками, это уже заговариваться стал. Все, пожалуйста, под гнет поставил грибы, они будут потихонечку просаливаться. Засаливаются они где-то в течение 40-60 дней, но я думаю, через 2 месяца. Раньше не буду потреблять, так как есть их потреблять пищу, так как я буду еще грибы приносить и докладывать. Не знаю, сколько еще грибов придет, потому что впереди брусника. Ну, я думаю, надо еще принести. Не один раз ходить. Ну вот. Скоро еще подключусь. Это видео я выложу уже тогда, когда я попробую первый гриб. Скажу, как это, как получилось. Чтобы не говорили, что я сделал, сам не пробовал. Кстати, чеснок, душистый горошек, это уже на усмотрение. Так как они могут отбить вкус грибов. Так, прошло где-то уже месяц 3, сейчас ноябрь, 27 ноября, дождался 8, то есть прошло уже порядка 500 месяцев, я вскрыл грибы, изначально тут чуть-чуть было плесени, я ее снял, оно стояло под очень таким тяжелым гнетом, что все спрессовалось. Ну, достать можно, значит лучше перед употреблением промыть грибы, что ли, потому что они какие-то слипшиеся. Так, ну ладно. Я уже, кстати, попробовал гриб. Мне довольно понравилось. Вот такой грибок сейчас я делаю. Пока что
Очень удачно. Все. Даже написать не могу. Очень вкусные грибы получились. Теперь их можно будет, допустим, достать, тарелочку, помыть маслом и с луком. Будет очень хороший салат, потому что сегодня я приготовлю на ужин картошку и будем есть картошку с грибами. Очень удачные грибы получились. Вот. Очень хорошо. Вот реально. Просто нет слов. Я думал, будет намного хуже. Так. По самому листу. Этот гриб находился. О, вообще, обалденно. Теперь я буду их есть. В принципе. Все, удачной готовки. Я думаю, в следующем году, чтобы все пошли за волнушками и приготовили по этому рецепту. Обязательно лист хрена, чтобы был. Сколько я знаю, лист хрена, он был как бы плесени. Если есть лист хрена, то не будет плесени. Мне так сказали. Хрена посадил в лесу. Буду. Надеюсь, он дорастет. У меня где-то видео есть. Я хожу в лесу, ищу место для высадки хрена, потом его сажаю. И думаю, где-то в середине лета пойду смотреть, что же там взросло. Очень надеюсь, что что-нибудь будет. Все, на этом я прощаюсь. На этом видео, сколько оно длилось-то мне, 4 месяца это видео снимал.